желаю. Не узнаете меня? Нет? Простите. Я тихий. Чуть не повесил вас в Крыму. Припоминаете? Как вы невнимательны к людям. Я униженно прошу 10 минут конфиденциальной беседы. Ввиду старого знакомства. Короче, я отбываю в Париж. Я вас не задержу, ваше. Я вас слушаю. Буду краток. В перспективе богадельни обидно. У меня принцип в долг никому. Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Садись. Благодарю вас. Хочу работать. Простите, но вы мне не нужны. Нужен? Нет, не нужны. Нужен, нужен. Позвольте пояснить. Но и проделана гигантская работа по выяснению политической картины среди эмиграции. Собран материал о многих людях, могущих представить интерес. Простите, а при чем здесь я? Меня это немало не интересует. Но собранные данные мною обработаны в части направления умов, а также особенностей свойств характеров и занесены в особые ведомости. Это даст известные гарантии не совершить ошибки при использовании человека. Что ж, это остроумно, но при чем здесь я? Политика меня не интересует. Да, однако, ради любопытства, позвольте зачитать. Ну что ж, разве что ради любопытства. Ради любопытства. Вот, к примеру. Так, читаем. Чернота. Григорий Лукьянович, ну, за недостатком времени, чтобы не утомить, я буду читать выборочно. Вот, к примеру, графа Достоинства. Помещик. В 1918 году потерял усадьбу и конный завод в Чернигове. Воевал. Теоретически здоров, хитер, храбр, удачлив в карты. Всего 107 достоинств. Так, вот графа недостатки. Пьет, вспыльчив, прямолинеен, хитер. Храбр. Позвольте, позвольте, вы только что перечислили эти свойства как достоинства. Так точно. Хитер и храбр — это и достоинства, и недостатки, в зависимости от ситуации. Позвольте продолжить, да? Благодарю вас за развлечение и больше не задерживаю. Виноват, не уложился. Настоятельно прошу, еще 3 минуты. Вот папка. На обложке написано: Корзухин Парамон Ильич. Я? Так точно. Извините, ваше превосходительство. Ну что ж, любопытно. Так, биографию позвольте пропустить. Надеюсь, вы ее знаете. Да, я ее знаю. Вот любопытный пункт. Политические убеждения. Написано: политикой не интересуется. Пардон. Ну что ж, это общеизвестно. Не надо быть особенно прозорливым, чтобы... Да, так точно. Однако у меня в этом пункте имеется сноска. Что? Сноска. Сноска. Так точно, вот она. Связан с организациями, ставящими целью реставрацию свергнутого строя в России. За последний месяц имел 7 неофициальных встреч с заинтересованными лицами. Это я? Так точно, вы. Через подставных лиц финансирует газету на русском языке. Весьма... Хватит. Слушаюсь. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. Теноры поют. Вечерний звон. Мы поем бум-бум. Они. Вечерний звон. Мы поем бум-бум. Так много дум. Наводит он бум-бум. А я у меня в краю родном. Бум-бум. Достаточно? Слушайте. Вы меня растрогали. Как ваше имя, отчество? Просто Тихий. Вы умный человек, господин Тихий. Я подумаю, что для вас сделать. Мне нужны преданные люди. Попомните, преданные. Позвольте вопрос, ваше превосходительство. Прошу.
Вы сомневаетесь в том, что я бы вас повесил в случае соответствующего приказа? Нисколько. В этом я убедился. Ваше превосходительство. Ешьте, ешьте. Благодарю вас. Вы слышали? Так точно. Дайте мне его дело. Тихо. Вдовец. Плоскостопие. Mm-hmm.